Здравствуйте, меня зовут Ирина Алымова, я детский писатель. Сегодня я хочу рассказать вам про книжку-новинку. Она вышла в этом году в издательстве «Детская юношеская книга». Эта книга называется «Бабу-кошка». Это немножко сказочная, но еще и немножко хулиганская история. Она рассказывает про приключения мальчика Федьки. Он учится в первом классе и дружит с необычной старушкой – бабу-кошкой. А почему баба-кошкой? Потому что эта бабушка никогда не расстается со своей кошкой. Получается что-то единое, прекрасное, доброе, пушистое и в то же время хулиганское. Вместе с бабой-кошкой Федька попадает в разные удивительные приключения. Они расколдовывают соседку Драконовну, спасаются от Кощея, выигрывают схватки с сахарной женщиной и даже находят настоящую внучку Златовласки. Как же начинается наша история? Давайте прочтем. У Федьки была тайна, страшная. Вместе с ним тайна ходила в школу. Вместе они выбегали сейчас из класса после математики. На улице Федька перекидывался быстрыми, некруглыми снежками с друзьями. Махнув им рукой, заворачивал за угол школы. Раз – зеленый дом с клумбами, спящими в одеяле снега. Два – дом гриб. Снизу белый, а верхняя половина коричневая. На стене под окном первого этажа красной ручкой выведено «Хрюны космос, друзья навеки». Только очень мелко. Надо знать, где наклониться, чтобы увидеть. Федька знал. Ему «Хрюны космос» сами показали. Ну, то есть Женька и Стас из класса. А потом надо свернуть направо, перейти дорогу, и тогда увидишь его. Дом номер 3. Кремовый, с розовыми полосками. Здесь живет бабу-кошка. У бабы-кошки плоские желтые тапки в зеленую полоску. Бескрайняя вязаная кофта, из которой выглядывают непричесанные шерстяные петли. Волосы, как тополиный пух. Белые, легкие. Пушинки собираются и обнимаются, превращаясь в пряди облака. У бабы-кошки есть кошка. Мама Федьки ласково называет таких кошками водосточной трубы. Так в мамином детстве говорили. И прибавляет: беспородная, хорошая. Баба-кошка была бабу-кошкой, потому что кошка ни на шаг не отходила от бабули. То у ног трется, то на стуле вплотную устроится, то лежит на коленях, скрытых под толстыми колготками. Нельзя было разделить, представить отдельно ни бабулю, ни кошку. Они были вместе. Общее, большое, шерстяное и теплое. Бабу-кошка. С бабу-кошкой мальчику было интереснее, чем с ребятами из класса. Парни чаще всего зависали в интернете, в телефонах и ноутбуках, рубились там в игры. Некоторые делали ролики для соцсетей. Федьке показывали. Прикольные. Но ему больше нравились истории бабу-кошки. Маленькие веселые проделки и даже приключения. Ребята звали Федьку порубиться в онлайн-игры, но он часто отказывался, чтобы навестить бабу-кошку. И это было страшной тайной Федьки. Ребята, а узнать о приключениях Федьки и бабу-кошки вы сможете из книжки «Бабу-кошка», которую написала я, Ирина Алымова, а нарисовала прекрасная художница из Зеленограда Мария Колкер. Издательство «Детская юношеская книга». Я буду очень рада, если вы подружитесь с Федькой и бабу-кошкой.